Сошлись в битве за кубок. В Саратовском театре драмы прошел финал ежегодного осеннего кубка студенческой лиги КВН. В игре приняли участие 10 команд высших и средних учебных заведений области. Чьи шутки принесли команде долгожданный кубок, узнала Елена Губенкова. Парни, а сколько сегодня конкурсов? 3. Подожди, а кубков? 4. Это что, получается, нам что ли один уже приготовили? 3 конкурса для каждой команды. Один за другим участники осеннего кубка КВН выходят на сцену, чтобы доказать, их шутки самые смешные. В борьбе за первое место команда аграрного университета решилась на крайние меры. Представляя свою визитку, студенты выводят на сцену живую козу. Говорят, такой уж у них стиль. Спортсмены-аграрии никогда не прочь посмеяться над собой. Стиль – это спортивная команда, спортсмены из аграрного, так сказать. Мы выходим и шутим про свой университет, шутим про какие-то даже политические темы и стараемся быть актуальными. Шутки про политику в этот вечер самые актуальные. Возвращение Крыма и падение российского рубля студенты обыгрывают с юмором. Каждая команда готова доказать, что может пробиться в высшую лигу КВН. У нас есть прекрасный пример в Саратовской области. Это команда КВН «Саратов», которая участвует в высшей лиге, которые нам многому научили, нас как редакторы этой лиги. Ну, конечно же, еще нам очень нравится команда КВН сборная «Физтех», которая тоже участвует в высшей лиге из города Долгопрудный. Они тоже играют ученых, и поэтому нам их стиль юмора близок. Команды КВН из Саратовской области в последние годы демонстрируют отличные показатели. Специалисты уверены, каждый коллектив заслуживает свой шанс. Поэтому сегодня пытаются сделать так, чтобы можно было проводить крупные турниры на региональном уровне. Нашей лиге присвоен статус региональной лиги. Она теперь является лигой на уровне Приволжского федерального округа и имеет право проводить официальные игры и соревнования по КВН-движению. Мы очень гордимся данными достижениями, и это результат нашей плодотворной работы. Осенний кубок КВН получили несколько команд. 4 коллектива, которые набрали наибольшее количество очков, проходят в финал областной лиги КВН. Главный камеди-баттл состоится на сцене театра драмы 22 декабря. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.